Всем привет! Всем большой-большой привет, дорогие друзья! Вы на канале Burnham Play. И мы продолжаем играть в Кровавую Бездну. Очередная у нас новая серия. То бишь шестой уровень. Так, боремся мы с терроризмом. Что же нам террористы придумают на этот раз? Элитных подкреплений пригнали. Так это вообще серия! Слышите, придержи язык-то! Я вчера заявку подал, чтобы меня к ним взяли. Да мы Уже тебя никуда не возьмут. Минус два, а? Транспортная система ведет в диспетчерскую станцию. Прокатись на контейнере. А там же силовое поле, как я прокачусь-то. Прослушайте важное сообщение. Несанкционированное использование системы транспортировки контейнеров строго запрещено. Все хотят меня в ад отправить. Сами туда отправитесь все. Так. Вот тут можно разбиться, мне кажется. Это дело опасное. А здесь надо на платформе, наверное, прокатиться, да? Скорее всего. Отсеки разделены силовыми щитами. Надо найти способ их обойти. Прокатиться? Ненавижу кататься. А на контейнерах особенно. Так, а там проход есть какой-то тоже. Ну не знаю, нам наверное туда и надо будет потом. Так, есть ход наверх, есть ход вниз. Вниз ведет туда, наверх ведет. Не знаю, давайте проверим вверх сначала. Наверху, по-моему, мне кажется, все закрыто. Там закрыто точно. И закрыт тоже. Значит, все-таки остается нам вниз. Хорошо, хоть пока никто не нападает. Thank you.
Ремром зовет. Не поможет на деле. Внимание отрядов зачистки. Ха, подальше будет. У меня есть для тебя кое-что. Тут они небольшие коридоры, блин. Небольшая проблема, возникшая у нас на станции, все еще тут где-то бегает. Приказываю разобраться с ней немедленно. Небольшие проблемы всегда ведут к самым глубоким травмам. Точно. Там пришел, я не звал. Улетел, блин. Так, ну смотри, если контейнер катался, да? Так, отключи, потом огонь ведется. Это здесь. Осторожно! У него там лазер! Боитесь, да? Тревога! Тревога! Не двигаться!
такое-то, блин? Бегайте, понятно. Минус, ребята. Убить его, взял его. Без вариантов, да. Тебе конец. Так, надо всех отстрелить, чтобы потом спокойно проехать. Главное, успеть эту платформу дойти. Все с этими мертвыми пушками бегают, блин. Так, извините, это я за подарок пошел. Где-то были боеприпасы для моей... Уже полна коробочка. Могу еще пострелять даже. Ладно, давайте пострелять немножко с калаша. Катушки нас еще ждут, да?
Вниманию сотрудников службы безопасности. Выполнять комплекс мер по обеспечению безопасности до прибытия на посты Дельта, Чарли и Гамма. Прикрой меня! Так, садимся на эту штуку и едем туда. Здоровье, конечно, поправили. Так, торопиться не будем. Там аптечка была, кстати. А тут она тоже есть. Так, ну что, идем дальше. Ворота станции заперты. Их можно отпереть из диспетчерской. Что-то не нравится мне это. Курение на всей территории комплекса запрещено. Отправляйся, Ваня! Улетел? Улетел, товарищ, улетел. Коробочка. Что пригодится, так чувствую, на босс какой-нибудь последний. Головарь ты должен быть. Что за? Ты что там, бля, делаешь-то, это? Шагай! Так, ну я почему-то опустил эту сторону. Окружите его! Нам нужно спускаться обратно. Открыть огонь! Раним! Нет, вот братан, да он умер. И нам двигаться туда, да, получается? Thank you.
И нам потом в конце концов сюда попасть, да, наверное? Ладно, возвращаемся обратно, что делать? Я мажу тебе. Вообще всю жизнь выше, блин. Он так еще заряжается прикольно. Так, ну просто я по-любому не доеду, да? Ну, ладно. Будем надеяться, что где-то будет впереди аптечка. Ах ты зараза, вот ты зараза, да? А подрезал меня, блин. Так, ну постараемся поаккуратненько сейчас. Знаем, где кто, да? Фу, блин, я против с собой, блин. Ведь не убили, блин. Через дробашом бежал, блин.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сорвался я. А так было, все было неплохо. Ну, с кем не бывает. Контакт подтвержден. Так, постараемся еще аккуратнее. Он должен отстоять. Где там этот чёрт? То, что и спрятаться негде. Нет! Да что ж такое-то, вот как ты, блин, трещил каких-то засадных вообще. Все же аккуратненько делаем уже. Цель подтверждена. Блин, надо же спрятаться совсем негде, блин, ровное место, они там профигаривают только вплоть. Блин. Попасть-то не могу бы. Как мы с ними справиться-то? Да ранее как-то выстрелить. Thank you.
Наконец-то, бля. Это еще не все. Ты подохни! Ничего не трогаю, так все, сломай там вниз. Уничтожить! Ничего не трогать? Упс! Ну и чё? Внимание сотрудникам энергостанции! Не снимайте защитные очки! Ни при каких обстоятельствах не смотрите прямо в... Фу, мы прошли эту миссию. Ой, тяжко какая-то была, бля. Особенно 3 бойца там в конце. Ну, мы справились, молодцы. Я так думаю, что мы подходим к финалу. Вот. Рад был, что вы посмотрели. Надеюсь, вам все понравилось. Не забываем подписываться на канал, прожимать колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.